Казахстан отпраздновал 25-летие Конституции. Этот день занимает особое место в календаре независимого Казахстана. Основной закон страны стал прочным фундаментом независимости нашего государства, гарантом успешного развития и высокого международного авторитета Казахстана, определил ключевыми ценностями общества единство, согласие и стабильность. В честь знаменательной даты за вклад в развитие страны юбилейными медалями отмечены представители разных сфер. Особых почестей удостоены ветераны труда. Юбилейными медалями 25 лет Конституции Казахстана награждены внесшие вклад в процветание страны известные деятели Сайлаубай Абишев, Алмагуль Бужанова, Жахай Будыкбаев. В числе награждантов также представители разных сфер. Был отмечен и труд журналистов. Юбилейных медалей удостоены собственный корреспондент газеты «Егемен Казахстан» Мурат Жетпесбаев, собственный корреспондент телеканала «Хабар» Алибек Байшуленов, главный редактор газеты «Акпарат Кейзет» Бибайша Алпызбаева и шеф-редактор телеканала «Кызыларда» Мольдер Кулмурзаев. Алдымызда отырган, құрметті отырган ағаларыңыз бен апаларыңыз. Наши ветераны заложили прочный фундамент независимости страны. Они вложили весь свой опыт и знания, чтобы наше государство сегодня стало сильнее. Поздравляю вас с 25-летием Конституции. Главный документ, который направлен на укрепление нашей независимости, сохранение нашего национального достояния – это наша Конституция. Наш долг – чтить и уважать основной закон своей страны, стремиться внести свой посильный вклад в процветание нашего государства.